Я вам пришла за это. Вещами. У вас есть что-нибудь? Что за вещи? Обычно как-нибудь сумочка такая. Вот денежки, сережечки, бутсы. Вот как у меня стиляги, такие бархатные цаги. Что у вас есть? У нас ничего нет. Все распродал. Почему? Потому что я богатый человек. Все арбузы продал сегодня. А сумка дизеля у вас осталась? А сумка дизеля у нас только на Новый год Дед Мороз принесет. Ой, как жалко. Другой раз. Какой факт, потому что Дед Мороз будет неадекватный, если он так сделает. Что это такое? Это у вас собака старая, живая? Ну? Что ты на меня лаешь? Что ты на меня так смотришь, собака? А можно вот воду купить? У меня сейчас девочки завалили. Давайте. Ого, откуда у вас столько денег, барышня? Вот тут вот нашла прям на земле сейчас. Вот Байкал, чистая вода. Сами собирали? Да. Вообще, вот вам денежки. Спасибо. Какая выгодная сестра. Я вам могу еще хлеб продать, хотите? Хлеб. Огурец 10 тысяч. Есть деньги? А брови, что ты нарисовал за брови? Что за брови бархатные? А вот их убавили 10 тысяч. Нет, это мои же, не надо. Мои же. Вот сумка стоила 10 тысяч. Ты самокритично как-то к себе очень относишься. Или лень свою так прикрываем, да? Да, скорее всего. Работать кто-то не хочет совсем, да? Несмотря на то, что болеешь, нужно домашнее задание все делать, поняла? А кто-то не хочет делать. Как ты себя чувствуешь, получше? Нормально. Я шахматы научилась немножко. Да, молодец какая. Там, короче, как несколько хоккей-гонков. Но мы еще пока не прям учили. Какая ты умничка. Бедь, ну давай, побегай. Покажи, как у нас красиво, а? Эй, гигант. Проглотила, по-моему. Куда пошел? Цветаж. Да фу. Ты куда пошел? Красивый мальчик, кто куда? Куда пошел? Стой.